Акробат-мореход. По мотивам арабских сказок. Все называют меня Синдбадом-мореходом, потому что большую часть своей жизни я провел в морских путешествиях. Я поведаю вам свою удивительную историю. После смерти моего отца мне досталось огромное наследство, но вскоре от моих денег не осталось и следа. Я вел слишком расточительную и беспутную жизнь. Жить бедняком? Уж лучше погибнуть, подумал я. Продал все то немногое, что у меня оставалось, и решил отправиться в Индию вместе с другими торговцами. Когда мы плыли по морю, поднялась страшная буря, и наш корабль сбился с пути. Нас прибило к берегу пустынного острова, по своей красоте напоминающего настоящий рай. Мы решили исследовать остров, и каждый отправился в свою сторону. Уставший и обессиленный от голода, я уснул под сенью огромного дерева. Проснувшись, я напрасно звал и искал своих товарищей по путешествию. Лишь шум ветра да щебет птиц были мне ответом. Тогда я побежал к бухте, где бросил якорь наш корабль. На горизонте я увидел крошечное пятнышко паруса. Корабль уплыл. Итак, я был брошен на острове. Взобравшись на верхушку дерева, я вглядывался вдаль в надежде увидеть какое-нибудь поселение. Но никаких признаков жилья не было. Лишь странный белый предмет округлой формы привлек мое внимание. Я подошел к таинственной находке. Она, казалось, была из мрамора. Что же это такое? Подумал я. Может быть, стукнуть по нему большим камнем, чтобы узнать, что внутри. Но тут небо у меня над головой потемнело. Я поднял глаза. Прямо надо мной кружилась очень большая птица с огромным клювом. Вот она устремилась к земле. Не замечая меня, птица направилась к загадочному предмету. И в тот же миг я понял, это огромное птичье яйцо. Еще на борту корабля моряки рассказывали мне про большую птицу. Они называли ее птицей Рок и уверяли, что чудовище питается змеями. Тогда мне это показалось невероятным. Теперь я видел, что их рассказ правда. Мне любым способом необходимо покинуть этот необитаемый остров, подумал я. Птица Рок мне поможет, сама не подозревая об этом. Я снял с себя пояс и тихонько привязал его к птичьей ноге. Другой конец пояса я крепко сжимал в руках. Теперь
оставалось только ждать. Вот птица взмахнула крыльями и взмыла в небо. И я взлетел вместе с ней, держась за пояс. Я весь дрожал от страха. Внизу, подо мной, расстилался уменьшающийся с каждой секундой остров. Через некоторое время птица-рок подлетела к темной точке, затерянной в безбрежном море. Это тоже был остров, но на сей раз более обширный, чем тот, что мы покинули. Птица приземлилась. Я быстро отвязал пояс и спрыгнул на землю, так, чтобы она не заметила меня. А птица смотрела на огромную змею, которая угрожающе шипела на нее. Так началась битва двух гигантов. В конечном итоге победила птица-рок. Схватив добычу, она скрылась в небе. Я издал радостный вопль. Но мое торжество было недолгим. Весь остров казался одним большим змеиным гнездом. Все вокруг оглашалось их отвратительным шипением. Что лучше, быть склеванным, как простое зернышко, гигантской птицей или проглоченным, как воробушек, огромной змеей? Удрученно подумал я. Надо было срочно искать убежище. Совсем неподалеку я заметил небольшую пещеру между двух скал. Я забился туда и стал ждать ночи. При последних лучах солнца я решил исследовать мое убежище, как вдруг тысячи искр чуть не ослепили меня. Протянув руку, я нащупал на земле булыжники. Представьте себе, это были драгоценные камни. Я долго оставался недвижим, держа в руках эти несметные богатства. Постепенно шипение змей смолкло. Я выглянул наружу. С неба падали куски мяса, огромные куски говядины и баранины. «Вот так теряют рассудок, бедный Синдбад», — сказал я сам себе. «Быть может, это все дурной сон?» Но вдруг я увидел стаю гигантских орлов, которые хватали куски мяса и улетали прочь со своей добычей. Можно подумать, что кто-то специально кидает эти куски на корм птицам. Надо этим воспользоваться и заставить орла поднять меня в воздух. Я осторожно выбрался из своего убежища. При виде орлов все змеи расползлись. Подобравшись к большому куску говядины, я прикрепил его себе на спину и лег лицом к земле. Перед этим я до отказа наполнил все карманы драгоценными каменьями. Если я выживу, то буду богатым. Внезапно я услышал над собой шелест крыльев, и страшная сила повлекла меня в небо. Орел, который держал меня в когтях вместе с мясом, направился к горному пику и опустил меня в гнездо. Я уже собирался бежать, когда услышал невдалеке крики людей. Испуганный шумом, орел улетел. Я перевесился через край гнезда и посмотрел вниз. Там я увидел небольшую группу людей, вооруженных палками. «Я здесь! Целый и невредимый!» — закричал я и выпрыгнул из гнезда. «Но кто ты?» — спросил самый старший из мужчин. «Как ты попал в гнездо?»
Я рассказал им свою историю. Это чудо, что мы прибыли сюда именно сегодня. Ведь мы бываем на этом острове лишь раз в 3 года. Это мы кидали куски мяса. Теперь наша охота закончена. Охота? Удивленно спросил я. Охота на бриллианты. Эта расщелина так глубока, что туда не попасть. А ведь все ее дно усыпано драгоценными камнями. Вот мы и придумали верный способ заполучить драгоценности. Мы запасаемся мясом, а затем кидаем его в расщелину. Орлы же хватают добычу и относят в свои гнезда. А к мясу всегда пристает несколько крупных камней. И нам остается только громко кричать, чтобы распугать орлов. Затем забраться к ним в гнездо и собрать бриллианты. Но, к сожалению, самые крупные камни всегда остаются на дне. Они слишком тяжелы, чтобы прилипнуть к мясу. На этот раз они не остались на дне, сказал им я, извлекая из карманов камни, которые подобрал внизу. В этот вечер мы закатили невиданный пир, а на следующий день пустились в обратный путь. Теперь я мог прожить остаток своих дней в довольстве и спокойствии. Но я полюбил долгие путешествия и жаждал приключений. Я хотел увидеть новые страны и снарядил корабль, чтобы отправиться вокруг света. И если вы захотите, то в следующий раз я поведаю вам о других моих приключениях.